Привет всем! Готовлю очередной ролик о своем отпуске недельном. Этот отпуск будет по-особенному приятен, так как встретимся с подругой, с которой не виделись 5 лет. Надеюсь, будет много интересных моментов. Все, мчу в аэропорт. Рейс задержали на 4 часа. Буду ждать, может, что изменится. Час ночи, мы только прилетели. Сейчас меня ребятки заберут, в общем, идем спать. Завтра поедем куда-нибудь. Сегодня наш первый день в Ялте по приезду Олега. Как тебе впечатление, Олег? Сегодня тепло не так, как было в Москве, правда? Да, нормально. Работяга, смотри, все в телефоне, даже в телефоне. Турист, вывела на набережную человека. Вообще-то люди должны видеть, где и что, я понятно. А, ну ты даже, значит, просто сфоткал, и потом идет и сторис еще выложит пару часов. Да, а ты мне для этого есть. Сегодня мы решили выйти на набережную. Завтра, может, поедем куда-нибудь в горы или в какой-нибудь каньон съездим. Может быть, масочки на гнездо будут показать достопримечательность. Потому что в прошлый раз, когда Олег приезжал, мы не успели ничего показать. Ему была погода плохая, тоже, поэтому возможности как таковой не было. Приятного просмотра. И на самом-то деле не особо-то и важно, что покупаться мне, возможно, не удастся. Но побыть в тепле возле моря в осенний период очень даже круто. На часах у нас сейчас... Карина, сколько на часах сейчас? Пол второго, мы решили прогуляться снова на набережной, но только в ночное время. Морюшка у нас здесь бушует и бушует прям так нормально. Если будет видно, ну как бы вот. Сейчас волны. В общем, гуляем, тусим. На самом деле, кстати, сейчас нет ветра и намного теплее, намного. А чё? Сейчас пол второго ночи. На улице почти никого нету. Тут прошла охуенная попа. И ты, блядь, рассказываешь кому-то, блядь, про волны. Про волны. Вообще-то да. Ребят, очень круто. Мы сейчас ночью на набережной. Мы решили продолжить наш вечер. Мы побыли дома, мы были сегодня днем на набережной, но сейчас решили выйти. Людей совершенно нет, это очень круто. На улице небольшой шторм, море волнуется. Я надеюсь, мы очень круто проведем вечер, точнее, это уже ночь. И приятного вам просмотра. The worst of me was waiting for that evening. It's just me these days, I can't say I'm great. Сегодня у нас культурная программа. Сейчас мы приехали на Учэнсу, пофотографируемся и дальше поедем на Эпетри. Что давай-то? Как в этот раз тебе в Крыму? Мне в этот раз в Крыму. Офигенно. Больше у тебя культурно-развлекательная программа. Не было, да, нет, наоборот, в прошлый раз у меня просто не было. Поэтому сейчас... А в этот раз я даже выхожу. На улицу. Нет, а что, мы круто побывали на набережной, причем и днем, и ночью было, в принципе, по-своему круто. И трезвые, пьяные, нормально. Сейчас мы едем на Эпетри, да? Да. А до этого мы были на... Чунцу, на водопад. Водопаде. Водопад, конечно, не очень, видимо, нас ждал. Не фонтан. Наверное, его там и не было. Он такой не фонтан, но брызги есть. Но брызги есть. Тем не
и дальше будем снимать. Вот такое озеро, ну, думал, виды будут прелестные, ну так себе. Болото. Тут очень прохладно, холодно, ветер, но прекрасно. В кайф, когда ты сделал выбор сам, не по пустякам. Не ищешь повода в глаза, когда в ожог в топ. Ведь для тебя это урок, куда-то унесло. И вот ты вновь сыграл любовь. Следующая наша остановка после Петри — это Большой каньон. Парни где-то сзади идут. Я хочу найти ванну любви или ванну молодости, ну что-то посмотреть. Здесь намного теплее, чем на Петри. Ветра нет, и мы даже немного пожалели о том, что оделись так тепло. Конечно, после осенней Москвы здесь контраст зеленого, конечно, не передать. Может, не знаю, камера насколько передаст виды. Но прикольно. Чисто шум. Шум природы, звук природы, наверное. Неправильно буду говорить, шум. Куда ты хочешь дойти? Я хочу дойти до какой-нибудь ванны или хотя бы до... душ? Речки. Сейчас в Большом каньоне. Смотри, умотал. Я побежал на свои съемки. Свое кино. Ну, конечно, не очень удобно снимать, спускаясь по такому склону. Ладно, когда мы найдем ванну молодости, мы вам покажем. Или не покажем. Я чуть не упал. Сейчас мы пришли на одну из точек нашего маршрута. На ванну молодости. Сейчас будем омолаживаться. Вода здесь сколько, Карина? 6 градусов. Я даже зимой не делаю такое в крещение. Ну, представляешь, что я на крещение. Ебать ты, урод, Люси. Такое нельзя было? Я боюсь, но темно. Давайте тогда я первая. 6 градусов вода. Олег пошел в самую маленькую. Нет, у меня уехала нога вообще. Ну, что, ты заткнулся, давай. Сейчас вылезешь молодой жеребец. Я не вылез. А что ты вышел? Давай, давай. Я просто там темно, блин. Давай. Помним. Он ушел вообще полностью. Холодно сильно? Женя. Ты ебать его в рот. Вот так и я падал. Так ты говоришь, чтоб я, как я буду вылазить? Женя, тихо, аккуратнее. Я не ожидал. А расскажите о ваших впечатлениях, Женя. Теперь второй Женя, заход. Глубоко? Каринка. Каринка пошла. Давай, давай. Это было... весело. Нет, туда не надо, на этот выход. Сюда, дальше. А голова моя. Слушайте, не посмотрите? Нет. Нет, куда? Я же девочка. Ну хватит близко. И как тебе впечатление? Так хорошо.
прекрасно? Вообще. Тебе понравилось? Да. Пошел я пока. А Карина, тогда с тобой я могу такую хуйню заняться. Охуенно, да? А ты там стояла или плавала? Стояла, просто приседала. Ты там ничего не плавала, я там. Просто... Давай. Значит, я хочу как ты, но я очку. Ну нормально. Нет, да? Просто вот к концу подойди и просто туда, и все. Вниз. Там же не глубоко. Я надеюсь, у тебя стабилизация хорошая, потому что у меня руки трусят. Давай. Это было нечто, но мы это сделали. Мы окунулись в это ледяное болото. Карина, как ты себя чувствуешь? Я себя чувствую прекрасно. Великолепно. Я делала 20 лет, теперь мне 5. Причем мы сделали это не один раз, а я 2, Карина 3. Женя 1. Женя у нас был на съемке, поэтому он не мог повтор произвести. В общем, круто, ребята. Кто сюда доберется когда-нибудь, обязательно это делайте. И желательно не летом. Короче, через день я уже уезжаю отсюда. Мы решили сходить. Вот, решили. Я молодой, просто седой. Снег упал на плечи. Нет, я не другой. Я все такой, юный душой, как прежде. После этого я уезжаю. Вот, начали мы, конечно, дома. Сегодня пятница, мы решили подсесть, сходим, да, в историю. Да, и решили Ялты закончить этот прекрасный отдых наш в клубе. Вот, наше трио. Наше видео из клуба. Там будет весело, я надеюсь. Надеюсь. Там по-любому будет весело. По-любому. Не факт, что мы там будем, но там по-любому будет весело. Мы там будем, но у нас, да. Может, да, и мы там тоже будем. Короче, должно быть окей, все круто, так что ждите продолжения. Нет! В общем, мы едем в такси уже, мы едем в клуб. Ожидайте наших крутых видео и танцев, будем отжигать. Счастлива? Ну, я была инициатором этого, поэтому, конечно, я счастлива. Конечно, мы едем. Ну, как бы, мы уже подъезжаем, давайте ждите наши видео. Олег, ты рад? Что ты меня едешь провожать? Ты рад, что ты уже уезжаешь из нашей бригады? Наша бригада не рада. Будешь грустить и плакать? Я подумаю. Мы оставим это. Лучший день заходил вчера. Ночью ехать лень. Пробыл до утра. Но пришла пора. Собрался в путь, ну и ладно, будь. Самый лучший день заходил вчера. Ночью ехать лень, пробыл до утра. Но пришла пора, и собрался в путь, ну и ладно.